Дальневосточного афериста задержали за то, что пообещал супругам-бизнесменам доставить крупную партию икры в Новосибирск, но позабыл это сделать. Точнее, ушлый житель Камчатки просто разрекламировал в интернете несуществующий товар и получил за него деньги. Покупатели заплатили ему больше 140 тысяч рублей за 44 килограмма деликатеса. Сначала обманщик кормил своих клиентов обещаниями, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».